1123 человека из нашего городского округа в этом году представили свои проекты на соискание ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье». Премия эта создана для поддержки инициатив граждан в различных социальных направлениях. Лучшие из лучших получают денежные призы, но это не самое главное. Важно, что поощрение является стимулом к дальнейшим свершениям и новым добрым делам. Конечно же, неравнодушные люди, люди, которые предлагают свои проекты, социально ориентированные проекты, они освещают жизнь городского округа по таким направлениям, как здоровый образ жизни, спорт, культура, образование, компьютерные технологии. Это, конечно же, патриотическое воспитание молодого поколения и многие-многие другие. Глава округа Сергей Горелов наградил тех щелковцев, которые стали лауреатами премии в этом году. Победителями премии стали 27 жителей. Уверен, что движет не именно сама денежная премия этими людьми, а их желание применить свои знания, свои предложения в жизни нашего округа. Проекты, представленные инициаторами, действительно разнообразные и весьма полезные. Многие позволяют обратить внимание на важные вопросы и помочь решить реальные проблемы. Мой проект называется «Доступные дороги и транспорт всем маломобильным гражданам». Вообще, это третий проект. Все они были посвящены доступной среде, чтобы было удобно всем в нашем городе. Многие проекты не один год реализуются в нашем округе. Так, профориентация – проект работы со школьниками, помогающий выявить определенные способности к той или иной деятельности, чтобы после окончания школы человек понимал, в какой профессиональной сфере или направлении он сможет проявить себя лучше всего. Проект должен будет получить такую вот полную закольцовку непосредственно по всем учебным организациям, всем учебным процессам и всех возрастов для того, чтобы уже непосредственно наши дети, выйдя из стен школы, знали, где они могут использовать свою уникальность. Неравнодушие и активность – вот пример того, что большие свершения состоят из малых, но важных дел. А инициатива в данном случае всегда поощряется. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.